Ребят, сейчас я вам покажу своих голубей. Порода называется турецкая такла. Вот такой у меня вольерчик тут для них. И вот они тут живут. Открываем, заходим и смотрим. Вон на яйцах сидит. И вон на яйцах. И вон, а этот гуляет. Видишь, как голубку говорит. Рассказывает. Мне так нравится за ними смотреть. Такие они классные. Вот. Такие у меня голуби красивые. Еще раз повторяю. Называется турецкая такла. Видите, какие? Это кормушка такая у них. Где я их кормлю? Сыплю зерно сюда. А это вот на зиму. Ой, на зиму. Совсем поехал. На ночь включаю свет им. Вот такие вот гнезда. Эх, красавчик. Вот так, вот так, вот так. Ой, мои хорошие. Потеплело на улице. И они начали пороваться. Видите, какие у меня красавцы. Ну, наверное, блохи чешутся все. Надо продезинфицировать. Подготовиться к весне. Вот такая масть, такая масть. Вот такая. Вон такой голубь. А вон голубочка в гнезде сидит. На яйцах наложили гнездо. А это вот. Тоже наложили вон уже соломки. Уже будут нестись. А та сидит. Скоро голубянка уже будут. Видите? И вот такая у меня сидит, пригорюнилась, болела всю зиму, заносил дом, грел, отогрею, опять пускаю. Это надо опять брать в дом. Что-то с лапками у нее подморозило, наверное, или что. И вон сидит на гнезде, видите? Вон. Вон. А вон яйцо снесли. Улю-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 лю
Олечка, 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 Олечка. Оля, 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 Оля. Оля, 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 Оля. Вот такой вот. О, видите, какой. Красавец, иди. Оля, 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 Оля. Оля, выходите, выходите. Выходите, выходите, выходите. Выходите, выходите. О, вот так вот. О. Вот такие вот красавчики у меня. Так, ладно. А на развод покупала из Германии две пары. Пара с Венгрии и две пары с Чехословакии. Ну, через знакомых голубятников. У них есть каналы. И они брали, потом я у них перекуплял. А это вот у меня голубь, видите? Вот сейчас я увеличу. Ой, не в ту сторону. Отморозил ногу. Позапрошлый год еще. И на одной ножке. Но я его не убираю. Очень хороший голубок. И выжил. Переболел, сколько болел. И мне его очень жаль. Он у меня любимчик. Вот так. Вот такие вот. Оля-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 ля
Улечки. Гули-гули-гули-гулечки, а вы мои красавцы. Да вы мои хорошие, улюсеньки, уленьки, уленьки, уленьки. Люблю голубей страшно. Придешь, сядешь, смотрю, они воркуют, воркуют. Он женихается, голубь да голубки. И воробьи-то там, он, видите, на халяву жрать прилетают. От негодяя. Ну, не жалко, пусть живут. Олечки. Оля, Олечка, да вы мои красавцы. Гулюсеньки. Гулечки. Гуля, гуля, гуля. Ах, ты мой хороший. Видите, грудь какая бронзовая. О. Красавчики. Ох, вы мои лапочки. Да вы мои хорошенькие, улюсенькие, улюсенькие. Улечка, улечка, пробежал. Шо ты, мой хороший? Улюсенька, улюсенька, гуля-гуля-гуля-гуля. Вот такую птицу я держу, голубей. Такая порода, турецкая такла. Классные. Вот так вот. Ну, давайте, смотрите, любуйтесь. Спасибо, что посмотрите.